С 1 февраля страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на уровень инфляции. Увеличение пенсии, которое ожидается с февраля этого года, коснется не всех пенсионеров, отмечают в Пенсионном фонде. На индексацию могут рассчитывать лишь неработающие пенсионеры. Увеличение будет на 5,4%. По городу Соликамску и Соликамскому району увеличение коснется 21 148 пенсионеров. В среднем пенсии будут увеличены на 622 рубля, а средний размер пенсии после индексации составит 12 945 рублей. И все же не все так хорошо, как кажется на первый взгляд. Среднее увеличение предполагает, что кто-то может получить более высокое увеличение. Это, ну, по нашим расчетам, около 1000 рублей. Ну, кто-то получит очень маленькое. Очень маленькое – это может быть, ну, может быть, 1-2 рубля, может быть, и увеличение не произойдет. Не заметят индексации те пенсионеры, у которых пенсии маленькие. Их пенсию просто выровняют до минимального прожиточного уровня, который составляет 8 473 рубля. Еще один момент, на который стоит обратить внимание. Если пенсионер стал неработающим после ноября 2016 года, то с 1 февраля индексация его не коснется. Данный перерасчет делается по сведениям работодателя через 3 месяца после даты увольнения. То есть, если он уволился в декабре 2016, данное увеличение у него будет с 1 апреля 2017 года. В целом, на индексацию пенсий в Пермском крае заложено порядка 470 миллионов рублей. Эти средства уже распределены, а значит, задержек по увеличению пенсий не ожидаются, сообщается в Пенсионном фонде. Евгения Константинова, Максим Перелыгин, телекомпания «Соль ТВ».